Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня особенный день у страны. Историческое событие, которое произошло 10 лет тому назад, заставило вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества России. 16 марта в Крыму прошел всенародный референдум. Итоги референдума. 96,77 голосов за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации на правах отдельных субъектов. Крым – это Россия. Россия – это Крым. Вместе и навсегда! Слово для поздравления предоставляется председателю Новосельского сельского совета, главе администрации Новосельского поселения Красильнику Владимиру Михайловичу. Дорогие крымчане! От всей души поздравляю вас с 10-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией и годовщиной общекрымского референдума. В 2014 году крымчане реализовали свое неотъемлемое право быть в единстве с Россией, доказав всему миру силу крымского характера и волю в стремлении жителей полуострова воссоединиться со своей исторической родиной. Благодаря выбору, сделанному на референдуме 16 марта 2014 года, благодаря нашей решительности и сплоченности, сегодня мы живем под мирным небом и вместе с Великой Россией на правах полноправного субъекта строим Крым новых возможностей. Мы возводим мосты и прокладываем дороги, открываем современные детские сады и высокотехнологичные медицинские центры, воплощаем в жизнь грандиозные проекты и с уверенностью смотрим в будущее. Уверен, что впереди нас ждет еще много достойных побед. Вместе мы сможем решить задачи любой сложности и реализовать нашу мечту о процветающем единстве Крыма. В эти праздничные дни искренне желаю вам здоровья, благополучия, мира и взаимопонимания, реализации всех намеченных целей и успехов во имя процветания нашего солнечного полуострова. С праздником! Крымская звенящая весна! Как же ты сияющий красиво, счастьем изнутри озарена, и спешишь в объятия России. Каблучки по камушкам стучат, локоны струятся золотые, и похоже, в общем, на девчат синеокой матушки России. Как зовут тебя, весна красна? Юную крымчанку я спросила, и смеясь ответила она: мама с папой нарекли России. И живет на крымских берегах, где стоят платаны вековые, отражая Русь в своих глазах. Девушка по имени Россия. Oh,
13 марта 2014 года – это важнейший рубеж в нашей истории. Перешагнув его, мы сделали гигантский шаг на пути к национальному единению. Произошел небывалый духовный подъем, способствовавший осознанию национального единства всех граждан нашей страны от Калининграда до Владивостока. Россия и Крым 10 лет вместе. Точнее сказать, снова вместе, поскольку Крым из глубины веков связан с историей России. Он всегда был и будет оставаться землей русской. Для России. Это издревле понимали на Руси. Сколько
сколько там пролито русской крови, не счесть. Владимир Владимирович Путин сказал: «Крым, буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. В Крыму могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота. После тяжелого, длинного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, порт постоянной приписки в России. Мы все преодолеем, мы все решим, потому что мы вместе. Слава России!» Уникален своим местоположением, природой, ландшафтом, множеством национальностей, переплетением культур. И каждый крымчанин любит свой край, свою родину, знает свою культуру, уважительно относится к традициям других народностей. Thank you.
сплетение Востока и Запада, история греков и Золотой Орды, татар и запорожцев, церкви первых христиан и мечети. История Крыма – это легенда, это песня, записанная нотами пещерных городов, камнями средневековых замков и крепостей. История Крыма – это крещение князя Владимира, противостояние России с Крымским ханством и завоевание Крыма Екатериной II. История Крыма – это Крымская война 1854 года и оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны. История Крыма – это великий труд и подвиг людей многих национальностей. Это отвага, честь и доблесть наших солдат. Сыграли российские спецподразделения и народное ополчение Крыма. Тогда по зову сердца, по велению души на площадь пришли люди, которые в сложный момент протянули руку помощи Крыму, своим друзьям, коллегам, родным и близким. То, что было сделано тогда, выполнялось быстро и профессионально. Мы благодарны им за бесстрашие и проявленный характер. Мы благодарны им за проявленную гражданскую позицию в обеспечении мира и спокойствия на полуострове и проведению общекрымского референдума. Yeah.
И опять пришла весна, крымская весна, которая стала началом новой эпохи. Протянута России, надежной, крепкой, навсегда. Потерянному раньше сыну его встречают берега. Вернуться Крым своим пенатом, родной и милый сердцу край. Забыты тягостные даты, звонит от радости трамвай. И вот страною мост воздвигнут, великолепный, непростой. Он предоставил свою спину недавно, был еще мечтой. Забыт, заброшен гроб ненужный, открыт весной зеленый свет. Поток машин достойно, дружно встречает на мосту рассвет. Thank you.
Thank you.
Любые трудности по плечу тем, кто готов вместе, слаженно и самоотверженно трудиться для достижения общей цели. Российский народ уже неоднократно доказал это. Так было в самые сложные моменты нашей истории. Так будет всегда. Пусть краше и богаче становится Крым год от года. Пусть мир, свобода и любовь к Отечеству с каждым днем будет крепче. Моя Россия звучит над крымской землей, ликует с Крымом вся Россия. Виват! Вернулись мы домой. Да здравствует моя Россия, звучит как эхо над страной. Мы долго ждали этот праздник, чтоб стал он крымской весной. Пусть все услышат Крыма голоса.
История Крыма и России продолжается. Впереди жизнь целых поколений. И именно нам предстоит сделать эту землю процветающей и мирной. Каждый из нас должен гордиться своей Родиной, ее красотами, ее народами, ее широкой душой. Давайте вместе сохраним и приумножим славу Отчизны. Ведь мы потомки народа победителя. Thank you.
наших народов заслуга, мы за правду можем гордиться собой. Люди Крыма, скажем спасибо друг другу. Будем вместе с нашей великой страной. Мирного неба над головой, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, процветания в составе Российской Федерации.